mess with us. Don't you cross, don't you ever cross our path. Артур? Чё? Где мы? Я не знаю. Я счастлив. Я в дичайшем западе. Знаешь, почему я счастлив? Почему? Потому что посмотри на рассвет. Да, блин, не бей меня! Как прекрасен этот мир. Это очень красиво. Без теперь... тебя. Не. Ты знаешь, что из-за тебя в прошлый раз мы чуть не погибли. Не. Обрыв, говорит, обрыв. Я, говорит, могу. На, случай. А, да я ведь мог. Моя рука. Girl. И я кто-то киднапнул. Знаю, по-прежнему два безымянных алкаша. Пусть так и будет. Да. Они такие же, как мы. Только да. Хуже. Только молчат. Немым быть в такой ситуации, это крайне страшно. Форт Мерсер. Я, кстати, никого даже не выбрал. Хотя мог выбрать снайпера. Я вроде кого-то тоже не выбрал. Гениальный ответ. Ой, да вас пулемет осадят. И, по-моему, по мне. Не получи. Не. Умираешь, а? Это потому что я в тебя стреляю. Не. Ты стреляешь в людям в лица? И они умирают. Получи кусочек. Там какая-то женщина сорвала. По-моему, я еще кого-то убил, кого не хотел. Да? Может, это была чья-то жена? Которая случайно сюда просто попала, не успела уехать. Черт. Ты знаешь, что меня не напугает даже эта взрывчатка? Какая взрывчатка? Вот это. Давай мы вместе пафосно идти и смотреть на взрыв. Что вы делаете? Давай, идем вместе пафосно. Иди сюда, что ты делаешь? Настоящие мужики не смотрят на взрыв? Да. Вы два идиота. И это когда я с вами играю. Или меня не под... А, нет. Нет, в порядке. Мое оружие не стреляет, я тебе скажу. Бей мучачеса. Пока я не буду бить тебя. Не. Господи. Слишком много врагов. Я их всех ненавижу. У тебя есть миссия? Кельпаса. У меня есть миссия. Где он? Ты видишь его? Нет. Вон он. И мне плевать. Да под... Ой, это автонаведение, это просто... Вообще... Я это убиватель. Hola, Questy Wonder. Это не похоже на мексиканский джекшоп. Я повторил то, что сказали они. Не, получи, ты умер, а я живой. Девочку спасти можно. Ты сделаешь это? Нет. Какую девочку? Ты что? Там есть же девочка и женщина. Ее надо спасти. Ты по внешнему виду определяешь? Да. Я определяю, потому знаю я или нет. Я просто пузом открыл дверь. Че, давай могу... в повозку. В повозку? Зачем в повозку? Ну, я люблю быть в повозке, я люблю быть водителем в повозке. Так, а я люблю, когда меня возят. Окей. Где, а где девушка? А где девушка? А девушку надо привезти. Все такие сели в карету и сидят. Эй, слышь, ты там сама дойдешь, да? Че он за ней бегает? А, она бежит. Давай сюда. Месье. Какой месье? Слышь, ты жирный. You shall not pass. И побежала назад. А, говорит, спасите, помогите. Танцуй. Я сдам назад, я буду ждать вас. Куда она вообще? Я въехал куда-то. О, блин, я, конечно. Мы не движемся. Ты бы видел, что происходит. Мэм. Садитесь, мэм. Мадам, у вас такой прекрасный цвет волос. От вас так вкусно пахнет. А вот ты не сядешь. Свалила! Это мое место. Поехали, парни. Как ты могла вообще попасться-то так? Она пешком пошла. Она идет в коня. Погоди. Мадам, коня больше нет, вы свободны. Можете идти дальше. Джентльмен. Двух коней нет, мадам. Чего она хочет вообще? Что хотят женщины? Только сегодня, в дичайшем западе. Чё ты не бьёшь её? Может, её напугать, я не знаю. Может, дверь открыть там?
может быть. Чисто так. Чисто так думаешь, что? О, хорошо. По-моему, что-то сломалось. Мне кажется, сломал игру. Нет, я-то снаружи. Подожди, подожди, она вроде хочет сесть. Мадам. Ну не тупи, ну. Хрен ли ты залез? Тебе нужна помощь? Как тебе нужна помощь? Вообще ничего же не происходит, врагов даже нет. Меня упорыш убил. Погоди, погоди. Как теперь он воткнул в меня нож. Погоди, как вы там вообще оказались? Ай. Смотри, смотри, сейчас девушка сядет. Она внутри. Тан-тан-тан. Че он хочет вообще? Убить меня, что ли? А? На кулачках? А ну-ка не убивай моего напарника. Я сам его задавлю. Садись давай, поехали. Садись к девушке. Ты можешь делать ей все, что хочешь, пока мы едем. Мадам. Простите, мадам. Все, все, куст. Ой, лошади упоролись. Я не хочу знать, что ты делаешь. Мадам, у вас такие округлые чашки с собой в сумке. У вас такой лоснящийся... Она даже кричит уже. Сдохни, да? Я убью вас всех за свою даму сердца. Я убью себя, а потом ее, да? И тебя, и его, и всех, и лошадь. Да, получи, ты умер, вот так вот я тебя убил. Кто еще хочет? У меня пули есть. О, я могу поменять сиденье. Отлично. А к ней я подсесть не могу. О, ну как так? Что-то такое сомбреро вылезло. Ага. Знаешь, что хочу тебе сказать? Да, получи, ты умер, вот. Что? 5. Нет. 4. Нет. 3. Нет. 2. И все спрыгнули. Подожди, подожди. It was joke, man. It was joke. Я, кажется, стал еще на пару кило легче. It was a joke, man. Возьми его с собой. Да подожди ты, он крутой. No. Ой, какая-то упортая игра. Нет, вообще игра, она серьезная. Да, я вижу. Просто... Нет. Просто нет. Погоди, слушай, погоди, по-моему, сейчас тоже я хочу кое-что продемонстрировать зрителям. Кактусинки отстреливаются. Кактусинки? Кактусинки. Чё ж ты мне-то не говорил? Я думал, ты знаешь. Ведь ради этого ты купил игру. Враги тоже отстреливаются. Как и кактусинки. А, особенно когда не перезаряжаешься. Ну это не так смешно. А вот жирдяй в сомбреро, выскакивающий из машины. Вылези, пожалуйста. Это не машина. Вот это тоже. Здрасте. Здравствуй, Тесс. Да. Здравствуй, Тесс, амиго. Кактус. Лошадь въехала в кактус. Shut up, woman. Shut up, bitch, да. Тут мы в прошлый раз умерли, я помню, мы играли это место. Я опять обозвал ее пляжем. И ты заехал, и нас расстреляли. Поэтому не заезжай, пожалуйста. Почему все покинули повозку? Потому что ты упор, ты убьешь нас. А так ты умрешь только сам. Если ехать кругами, они подумают, что я компьютерный интеллект, не буду стрелять. Конечно. О, у меня пуля попала. В меня сложно попасть. Меня легко потерять, да. Невозможно забыть. Я кого-то сбил. Что, вы всех убили? Я могу продолжать миссию? Да ты сдохнешь уже, нет? Я же в тебя стреляю. Мадам побежала в дом. Отлично. Сейчас к нам приедут гости, по-моему. Уже едут. Я Кинкиднаперс. Я получил ачивку. Вечно тебе везет, а мне нет. Да.
Нет, на самом деле нет. Нет? А, кто в меня стреляет? Зачем меня стреляют свои? Это было просто, Джек Шепард. Это было чрезвычайно легко. Too easy. Здесь очень тяжелая жизнь. Семья — все, что у тебя есть. Неважно. But your name will be legendary after this. Let's hope that's as priceless as he claims. Короче, нам даже денег не дали. Сказали, что теперь твое имя войдет. Легендами. Да, легенды. Это, по-моему, достаточно обидно. 390 баксов. Ты... Блин. Стоит быть мной, и ты тоже получишь денег меньше всего. Я не хочу быть таким жирным. Ну, а в остальном ты ничего. Да, совсем ничего. Ничего хорошего. Кидан Белл, Стэн Миктел. Зачем ты ругаешься? The Hurt. Я тебе говорю, не ругайся. The Hurt. Окей. Черное серебро, бро. Все, по-моему, надо начинать стрелять людей. Это, конечно, прикольно, но, блин. 12 человек всего убил. И то твои были, да? И то свои. И то свои. Все, беремся за ум. Это же этих на коров гнать. Ну, то есть тебя и коров. Помнишь ту мою тактичную шутку про 21 корову? Это было очень глупо. Совершенно не смешно. Я корова, что ли? Ты? What are you talking about? Я, кстати, могу сейчас... уворачиваться, ты просто по мне не попадешь. Вот смотри. Ой. Вот смотри. Я ударился об скамейку. У ворота 80 уровня. Погоди. Я больше не хочу этим заниматься, это слишком просто. Что ты делаешь вообще? Ты тоже хочешь получить, а? Мы ниндзя. А если мы ниндзя, это хорошо. Если мы ниндзя... Джек Шепард, нажми, что ты рэди. Ой, простите. Остался эректарин только. Погоди, я должен взять медиум рейндж киллера. Почему я на тебя все время ложусь? Я, может, хочу вон ЛК-3 к нам ударить. Лоуз рейндж. Не, не я тебе. Да. No. Почему ты играешь Not лучше меня, а? На? Да я не тебе. Ты не лучше. Я... Yeah, I'm the best of the best of the best of the best. I'm the best of the best of the best. I'm the best of the best of the best of the best. Ну, кстати, здесь мы играли. Надо было снайперов нам выбрать сейчас с тобой. Отлично. Я взял дробовик. Могу стрелять практически в упор. Прощайте, друзья. Ну, зачем ты это сделал? Стрейк! Помнишь, мы с тобой убивали коров, а потом мы узнали, что нам нужны эти коровы? Ага. Прикольно было. Нет, на самом деле не очень. Почему мне все мстят? Подожди, ты слышишь, у меня вообще дробовик? Коровы. Да, и по ним нельзя стрелять. Я туда динамит только что кинул. You are so genius. Ага. Гениалистично вообще. Не тебе, не, я... Кто меня взрывает все время? Если я его увижу, я ему скажу, ладно? Конечно. Хорошо. Не получи, не. Кто по мне стреляет? Ну, по мне это точно компьютер. Кто, ну, прости, и по тебе компьютер тоже. Ага, ну да. Да компьютер, компьютер. Ой, я упал, подожди, я качусь. Спаси меня, Джек Шепард, я упаду сейчас, упаду. Я не могу, я не могу. Ой. Как будто комарик укусил. Конечно. В жирную задницу. Я не жирный. У меня кое-шевака. Кому там помочь? Кому ты лжешь? Вот зачем ты все время лжешь? Нет? Зачем ты всех убиваешь? Я хочу смотреть. Fast checkpoint. Зачем ты выпустил коров? Конечно. А мы можем на них залезть? Кстати, одно из самых высокоуровневых зверей в этой игре. Это бык. Лучше моего Варфоломея? Нет, ничего. Где моя лошадь? Изабелла. Пожалуйста, Изабелла. А, это твоя, забирай. Да забирай ты, господи. Я забрал, да. Все в порядке. Сейчас просто корову быстрее давай. Где моя? А, вон она. Да, ну что сзади!
Смотри, они недовольны. Конечно, тут динамит рвется. Зачем? Так, бульонка, все будет хорошо. Орнат. Дик Шепард, не убивай коров, я хочу их довести. Я пошел вперед. А я сзади их веду. Давай, давай. Проверить обстановку. Ну, пошли. Идете, нет? Come on. Береги коров. Эти коровы нужны нам. Ну, 20. Мы продадим этих коров и купим себе штаны. По часу в борделе. Я готов биться ради этого. Ради этого я готов выжить. Давай. Мочи их. Кого их? Коров? Людей. The Herd. Chain Kill 1 дали мне ачивку. Не знаю, я позади, тут мне норм. Я тоже пошел людей убивать. Предлагаю подняться наверх со мной. С тобой? Камрадос, оля-оля. Я не понимаю, о чем ты. Ты не со мной. Если ты не со мной, ты против меня. Если ты против меня, ты не со мной. Ты крайне нелогичен, Джек Шепард. Я знаю, это в моей природе. До свидания. Ты как генератор случайных чисел. Так, ну и чё? Кто коров дали? О, ну что ты делаешь? Коров пусти будет, упорыш. Мистер Шепард, why? Why, мистер Андерсон, why? Зачем мне смотреть на этих лошадей? Че, лошадей не видно? Ой, я чуть не упал. Я лучше на тебя взрывающего посмотрю. Оп, паркур! You shall not pass! Я просто мастер паркура. Где моя лошадь вообще? Где ты вообще? Я лошадь. Жирная задница. Лошадь. Я говорю коровам, что они не пройдут, но они меня не слушаются. Ну наконец-то, блин. Господи, мужчина. Это почта России, здесь ничего не теряется. Господи, вы что, не видите? У нас перерыв, мы чай пьем. Ба. Why, мистер Блэк, why? Ну, пошли, пошли. Пошла буренка. Сколько ты долларов заработал? Я 585. Ну, ты же воюешь, а мне норм. Ну, окей. У меня давай, 150, ты, давай мы с тобой мои правую сторону, а не левую. Потому что сейчас побегут. Давай. Сейчас по тактишу. Все, тактиш. Конечно, мы всегда все по тактишу. Be ready to fight. I'm not ready. I'm you not prepared. You're such a loser. No. Oh. Не, не, не. Мой враг просто катится. Это лошадь. Еще один. Мои враги катятся, как ежики. Это норм. Мои коровки бегут. Хорошо. Давай, корова. Давай, Артур, давай. Все? Все, кажется. Ты справа? Нет вообще? Где ты? Нет. Я там, где... Там, где бой. Я там, где боль. Я думал, ты сейчас скажешь. Да сдохни ты, ну! Я убил его. Да не убил ты его, вон он скачет. Да это не он. Это его голографическая голография. Капец, я в него стреляю, стреляю. А он такой бежит и бежит. Ага. И потом я в итоге ассистил Джек Шепард. А что там потом произошло-то там? Не помнишь? Потом все умерли. Chain Kill 2 я получил, еще 250 очков опыта. Я клевый. А чем ты стреляешь? Пистолетом. Пиу. Пыщ. Еще The Herd Chain Kill 3, челлендж комплит. 500 очков опыта. Окей. Я почти 22 уровень. Ты крутой. Level up 22. Что мне дадут? Угадай, что мне дали. Давай, рассказывай. Мне дали кливлендского мальчика. Это, видимо, какой-то зверь. И мне дали Fire Battle. Бежим! Не, пока она закрыта. Погоди, не бежим. Все, все, все хорошо. Дробовик крутой, оказывается, такой, у него звук такой. Пиум. Такой. Типа такого, да. Ну, почти. Где тот враг?
Ой, короче, враг какой-то пипец. Вражины, уехал где куда-то. Вражины? Ты вообще знаешь, что у нас в этот раз мы совершенно не стараемся, но у нас зато... 20 коров. 20 коров, да. 21 даже, я бы сказал. Ты очень самокритичен, Джек Шепард. Нет, я абсолютно честен с тобой. Джек Шепард. А Джек Шепард? Что? Что? Ты Джек Шепард. Что? Что это значит, месье? На, сдохни, на. Да, да. I'm the cowboy here. What you gonna do, man? Где ты? Я? И музыка такая. Твою лошадь убили. Я как всегда. Это новость за тебя. Почему ты сзади? Нет, это неправда. Это вы слишком. Я прикрываю тул. Перед меня, да. Тул? Тул. Что такое тул? Какой ты инструмент прикрываешь? Come on. I'm soul killer. Yes, you too. Какая-то корова бежит боком. Прям как ты. Нет, Джек Шепард. Джек Шепард. Слушай, прикол. Да? О-о-о! Так долго бежать, и так быстро потерять. И так еще и не попасть. Стой ты! Хватит. И вот на этом закончилась миссия. Давай не как в прошлый раз, давай по-нормальному. Хорошо, Артур. Нет, мы же по-нормальному сидим. Прошли, да, 20 коров живы. Это лучшее прохождение, мне кажется. Вообще в мире, просто мировой. Кто-нибудь сможет такое повторить? 8:30:43, я уверен, это время года. 400 баксов ты получил. О, хорошо. Ну ты просто мега нагибатор. 1560. Я покупаю на них траву. Наркоман. Наркоман. И тебе косяки кручу, забыл? Нет. Только мне не крутишь. Нет? У меня грибы. Да. Нуп, такой, нуп. Что-то у нас есть. Тайм атак один, я открыл. Да, я помню, The River, это смешно. Помнишь, я The River? Открыл. Нет. Но помнишь, что мы там на каком-то плотике, да? Я столько ачивок открываю. И я, кстати, на первом месте среди всех. Нас! Знаешь почему? Потому что я бы дас. Я бы другую рифму подобрал. Ах ты, чертов! Просто. Нет, потому что ты просто ас. Типа смешно, да? Ты считаешь, что это смешно, да? Нормально. Тебе смешно, да? А где Fire Battle? Я хочу поджечь нас. Прикинь, да? На... Вот где Fire Battle. Прикинь. Шепард, давай драться. На маленьком плотике. Доставай кулаки из кармана. Давай, come here. Хова. Помнишь, да, этот? Гифка есть такая, Dark Souls. Ага. Парень, типа, в бою в каком-то. Оба так два раза. Оба. Попади-ка по мне. Да? Еще попасть? Давай. Опа. Попал. Да как? Это не так работает. Ready, нажми. Я нажал. Ну ладно. Стартинг. Все. О, это будет эпично. Это эпично, у меня с собой 5 огненных бутылок. Я представляю выше биться. Конечно. Что он делает? Остановите его. Джек Шепард тактишь, да? Господи. Я хочу присоединиться к пати. Почему все сходит с ума? Мужики! Просто нет слов. По мне стреляют, кстати. Я удивлен, почему по тебе стреляют. Не свои, кстати. Тут же твои троюродные, четвероюродные братья. Ты вспомнил о них? No idea. Ты опять забыл свою семью, да? What are you talking about? Сейчас ты все увидишь. Сейчас ты все узнаешь. Как знаешь рекламу. Я первая заметила, я первая увидела. Да, выпусти меня. В атаку! Теперь ты будешь убивать своих братьев. Если увидишь хоть одного. Я вижу уже. He's dead now. Он упал.
Ладно, давай повоюем тогда. Давай. Вот он, брат, я нашел. Вот тебя. Он идет, твой 30-юродный. Это был он. Он просто в сомбреро. У него такая же татуировка на заднице, как у тебя. Есть прям близнецы. Это ваша фамильная. Они появляются из кустов. Ну, это как бы логично вообще. Как ты возможно, кто-то вырастил их. Amigo! О, muchacho! Hola, gracias! Я натюрный! Buenas noches! Sprechen Sie Deutsch! Я ваш водопроводчик! Я пришел прочистить ваши трубы! Да-да-да, полети, пуля-пуля, да, вот я тебе еще отдам! Да, умри! Почему я по ним не попадаю? Потому что ты отстой! Нет! Я попадаю, да? На самом деле, понятно. Вот как раз, да? Нет. Ох, я столько позитива получаю здесь сейчас. И упоротость. Но в основном позитива. Нет. На три вещи можно смотреть бесконечно. Как бежит вода. Ну. Как кто-то работает. И как. Горит. Артур! Почему ты не горишь? Потому что... Из пламенестойкого материала сделал. Из огнестойкого, пламенестойкого. Господи, что я ляпнул? Пламенестойкий. Это как... Это как она там была? Бетономешилка. Что? Мешает бетон? Кстати, если Марион, не запрыгнул... Кстати, не тонет. Я один раз, когда проходил без тебя, я не запрыгнул, плот уплыл, а я бежал по берегу. Бывает. И переплыть не мог. Та-дам! 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 Она так повернулась, что-то резко. Пока, Джек Шепард. Кто меня оставил? Ироды. Ой, господи. Я могу за тебя смотреть, да? Ты такой жирный со снайперкой. Прыгни, пожалуйста. Нет. Прыгни моим зрителям. Ну, прыгни. Такой жирный, такой... А тебе маленькими ручками. Держит пушку маленькими ручками такими. Короткими такими. Прыгни. Тебе в жбан стрельнули трижды. Да он что-то пес? Хочет. Чё ты видишь, хочет? Да, меня нет, и все пытаются тебя убить. А ты попасть не можешь. Все, норм? У него 4 пулевых ранения в спине. Ему норм. Бывает. О, бегут касатики. Я кому стрелять? А я буду показывать это все как фильм. Ага. Табадабдан, тан. Ну, блин, хватит мне в спину стрелять, что за люди? Табадабдан, тан, тан. О, один из вас отъехал. Ты смотри, как он обнял ящики. О, он поплыл. Он упал. Нет, он упал. Я не могу на долшоке цепиться. Сядь за укрытие, жирный. Да мне норм, по мне трудно попасть. Я слишком худой. Мужик окровавленный такой. И вот мы вдвоем. Да что ты делаешь вообще, идиот? Что происходит? Отбегался. Отбегались. Че ты стреляешь по нам? Смотри, он отъехал. Короче, давай. О, господи, Джек Шепард. Ты он у меня постоянно упадает. Чего они стреляют по мне? Ну-ка, тихо. Shut up! А но бутылка не сгорит, если я в прицеленном виде держу, потому что динамит так взрывался у меня в руках. Блин, я постоянно эти пушки путаю. А, патронов нет, понятно. Смотри, сейчас берег будет в огне. Джек Шепард, вода, как правило, не горит. Are you talking to me? Господи, этому человеку нельзя было давать что-то эдакое. Массовое вакханалия. Он видит, как нам плохо, и перестанет по нам стрелять. Да нет, погоди, просто... там есть динамит, там есть динамит у них. Ага. Ну, в да. него можно попасть. Я это сделал. I'm so bad. Романтик. Мертвые лошади, горящие люди. Ну да. А кто из вас это сделал? Да и... Да не стреляйте по мне, блин, а. Это не я.
Это моя пушка. Навестись пытаюсь, а они мне... Что за люди? Ну, наконец-то. Да уйди, ты! Удобного прицеливания тебе, друг. Как тяжело на DualShock'е целиться. Ты сдохнешь. Особенно такому жирному и кривому человеку, да. Тихо. Так, мне нужны патроны. Я не хочу с этой снайперкой. С ней не круто. Нет. И вот они высадились на берег. На их берег. Но все пошло не так. Жирный начал умирать. Все так. Жирный. Какой пассажирный. Давно мы уже не запивали, да? Эту добрую детскую песенку. Слушай, а почему я на самом деле по ним стреляю по 3-4 раза, прежде чем они умрут? Раньше же так не было. Надо голову стрелять. Да, стик доводи вверх. Что ли? Не, это-то я делаю. Но мимо, да. Не-не, все нормально. Я говорю про то, что если стреляешь, как обычно, раньше с двух пуль там, допустим, дохли. А сейчас нет. На. Доуп. Доуп. Ой, надо патронов собрать, кстати. Да хары уже, Джек Шепард, ты слишком упорот. Нет. Да. Нам обратно. Я знаю, я за патронами пошел. Соберу все, что могу. А, Генри Репитер, хорошая штука. Все, парни, плывите. Мне с вами надоело. Это было эпично. Как ты смог? Потому что я очень крутой человек. К сожалению, это так. Нет. Даже я должен это признать. Нет, это не так. Что лучше, Генри или... О, господи, понятно, что лучше. Все, вопрос снят. Что лучше, гореть в огне или стрелять, да? Пока горишь в огне. Все уже к тебе поближе держатся. Пацаны, вечеринка на троих. Огненная вакханалия. Наркоман. Я загорелся от тебя, я потушился и потом загорелся от тебя. Здравствуйте, я Джек, и я наркоман. Здравствуй, Джек. Здравствуй, Артур. No. Я хочу добавить огонька этим ребятам в глаза. Да, стреляй уже по врагам, ну. Я добавил огонька. Вот с этой пушкой можно деньги зарабатывать. А то, что у меня было, это... Капец просто. Вот, смотри, враги плывут. Враги плывут, Джек! Да дохни ты, ну! Это ты что сейчас сотворил? Я на секунду изобрел пулемет. Вот и все. У тебя на жопе дырка. А ты где? Я мертв. Ты мертв? Да, меня наш чувак поселил. У тебя на жопе кровавое пятно. Нет, ты чего, что-то врешь-то? Why, мистер Андерсон, why? Да харе уже кидать, ты, блин, запал. И все такие бегают, такие... Чё за паника у вас? Это дичайший запад. Дичайший. Only on YouTube. Та-дам-та-дам. Музыка такая. Почему все время по мне стреляют? Это чё стрельнул тебе в спину? Бьяч. Я защитил тебя впервые в жизни. Гори, вода! Это же кислота. Вообще-то ты правда кислота. Ну хватит по месту стрелять. Окей. Все умерли. А, больно. Чё он тебе в голову стреляет? Можно я его накажу? Можно. А вот и не потерялись. А вот и не до крови, да?
Че там, кто там? Там плот был, там же нет никого. Смотри, мы в город как приплыли. Нормально. Это наша деревушка. Окей. Зачем мы здесь? Мы здесь, чтобы убивать людей. У тебя все еще кровавое пятно на носу. Нет никакого кровавого пятна. Я не знаю, как это объяснить. Да и не буду. Ничего ты врываешься. Я в жбан свалил, словил. Я думаю, нас не поднимут, да? Ну, тебя точно, меня еще могут. А ты... А тебя нет, короче. Ха-ха, я жив. Ну тогда подними меня! Нет, ты уже не жив. Ладно, я надеюсь, тот парень крутой и выживет. Я бы, честно говоря, не рассчитывал. Вроде в него были четверо. Дичайший запад. Дичайший запад. Пока. Только сегодня, только сейчас. Пока. Look, I'm as high as the sun. Shut your mouth, boy, when will you learn? Mama, haven't you heard? We sold out all over the world. Look, I'm as high as the sun. Shut your mouth, boy, when will you learn?